Владимир Путин. Россия, Россия. Спасибо, Путин, спасибо, Путин. Гэнг, благодарен, благодарен тебе. Казанский студент, приехавший на учебу из Африки, записал необычную песню «Благодарность» президенту России Владимиру Путину. Совсем недавно его клип появился на просторах интернета, и он не оставил зрителей равнодушными. 19 августа рэпер Марк Джерамбета посетил Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета и рассказал подробнее о том, как ему пришла идея о таком необычном способе выразить благодарность президенту. Во-первых, я хотел показать русский, да, что я люблю Россию, во-первых, это благодарная песня, да. А президент Владимир Путин, ему благодарю, потому что они подписали контракт, я приехал в Россию учить, типа, как жизнь, да, есть отношения, Россия моя страна. И на этой песне я представляю все студенты из Африки, да, типа, мы благодарим, да, Россия, что она дала такая возможность, мы приехали учиться, это надо знать, вот. Марка поддержали все друзья и тоже приняли участие в создании клипа. Съемки начались еще зимой. Премьера клипа состоялась 8 августа на YouTube-канале молодого исполнителя. К слову, Марк питает огромную любовь не только к России в целом, но и к Казани в частности. Здесь он живет уже 3 года. Своей песней он поблагодарил и президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Когда я знаю, что такой человек, который он всегда поддерживает молодежь, люди, да, которые республика Татарстан, это сам вижу, как мои студенты там для него. Это человек, я прямо сильно его уважаю, я постоянно сужу на его инстаграм, я все вижу, что он всегда рядом с нами. Марк отлично совмещает учебу и музыкальное творчество. Сейчас он учится по направлению авиастроения и пишет песни на самые различные темы. Диана Жленкова, Кристина Надыршина, Виолетта Басова, Универньюз.